Самолет прилетел полный, 19 пассажиров. Трап к нему не подгоняют, слишком маленький. Спускаются люди по выдвижной лесенке, но, как положено, рядом ждет автобус, чтобы довести пассажиров до аэропорта, хотя расстояние всего 300 метров. Я даже не знал, что можно так. Что вот так вот можно взять и за час долететь. Мы летели, смотрели в телефоне, на карте, как наша точечка просто стремительно движется через Краснотуранск. Это, ну, просто очень круто. Ну, когда он приземлялся, было немножко громко, а время полета вообще было нормально. Тут как на уровне примерно автомобиля какого-нибудь среднего. В самолете предлагают воду, рассказали пассажиры, а из-за небольшой высоты полета, 3,5 километра, удалось рассмотреть сибирские пейзажи. Обратно в Красноярск борт вылетает через час после приземления. Все билеты на сегодняшний рейс проданы. Цена вопроса – 2300 рублей без сборов. С ними получится около 2600. С собой можно бесплатно провозить 10 килограммов ручной клади. Из Абакана самолет будет летать 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу.